Клещи в Красноярском крае активизировались и атакуют. Всему виной хорошая погода. Затянувшееся лето стало причиной того, что только за прошедшую неделю более 160 жителей края обратились в больницу с жалобами на их присасывание. 14 случаев с детьми. Членистоногие чаще всего нападают на людей в окрестностях Емельяновского района, в Дивногорске, в поселке Первоманск Манского района, на реке Базайха. Всего с начала сезона в крае зарегистрировано более 15 тысяч обращений. Экземпляры клещей были отправлены на исследование. Экспертиза показала, что были обнаружены возбудители клещевого энцефалита, боррелиоза и других серьезных заболеваний. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют, находясь на природе, все еще не расслабляться и соблюдать хотя бы элементарные меры защиты, осматривать себя и использовать репелленты. Период активности клещей будет продолжаться еще и в сентябре месяце. По данным многолетних наблюдений, клещи встречаются вплоть до выпадения снежного покрова. В целом на территории Красноярского края количество присасываний клещей по сравнению с прошлым годом сократилось